Тут Катя с Лавриком лечат маму. Ай, вот это больно уже, Лаврушечка. Виу, виу, скорая приехала, скорая приехала. Виу, виу. Куда понесла? Машу полететь теперь? Да, пожалуйста. Папа нам там яишенку жарит. Созвон с Лизой. В другую комнату. Нагулялись, единороги. Как погуляли? Все нормально. Тепло на улице, Маш? Да, на улице прям в тени, да, холодно. Ну, раздевайтесь. Построили тут себе целое лежбище на одеяле с кроватями, с айпэдами. Привет! Привет! Да. Лавр дом строит для какой-то принцессы из консервов. Холодно у нас, Лаврушка как Маугли, как всегда. Макароны ему варю, просит макароны. Да, они все холодные. Он вообще не разрешает себя одевать, Маш. На него майку-то одеть проблема. Макарошки свои ждет, да. Слишком мило! Даже мне вот я посидела немного, мне уже больно. Ну да, не ковролин же. Очень здорово, Лавруша. Круто. Все банки расставил. Это Гренни дом. Это дом? Да, для Гренни дом. Для Гренни дом? Ничего себе. Лабиринт там целый. Иди убирать. Иди убирать, наигрался, иди убирать. Лаврик, иди убирать. Я буду убирать? А кто, я буду убирать? Ты? Да, давай убирай. Начинай. Вот. Посмотри, Катя помогает Маше, Маша все складывает. Посмотри, Катя подает по одной, а ты Москвой носишь. Я даже не учусь. Я мы тут все расположились на диване. Катя, Лева, Маша, Лаврик. Не хватает только Лизы Катя, и папы. Я не знаю, что все пришли, я здесь весь день лежу. Да, Машка тут весь день валяется. А мы тут понаехали, понаприперлись. И все под одеялом, смотрите, все под одеялом. Постоянно боюсь. Под одним Катюхиным одеялом. Вышла мама из душа. Две дочундры здесь, мама, старшие. А Катя где, наверху или внизу? Нет, вон она. Она наверху? Бабика Писё. Какой Бабика? Кто такой Бабика? Бабика. Бабика Писё. Маш, ты точно знаешь, кто такой Бабика? Мы его спрятали. Вы его спрятали? Да. И то Гриня пришла. И Гриня пришла. Да. И его клизму нюди. Какой тут ужас происходил, пока потому мама в душе была. Потому что мы собирались Грине дать клизму, потом крем. О, Господи. Потом мы... Что мы еще собирались? Вы хотели что, добить Грине клизмы? Мы собирались... Ализов, ты что там читаешь? У нас были... Сначала мы обсуждали Маринет, Леди Баг и Суперкота, которую я только что посмотрела. Я фильм посмотрела, она здесь... Офигенный, слушай. Фильм? У меня мурашки по коже слушай, были. Слушай, ты меня мультиком фильмы. Пыталась, сейчас ты меня будешь фильмом пытать. Я жду 4 сезон в 2021 декабре, это не скоро. Да, зайчик. Знаешь, что Мота Писё? Мота Писё. Кто такой Мота? Мота. Мота. Да, Мота, я твоего. Я почти. Мама, ты какую книгу? Мама, мама. Ты знаешь, что? Я не знаю, что. А ты знаешь, что? Это какой-то капец. Ты тут, я смотрю, мучаешь своих старших сестер. Да. Поцелуй, Маша. О, окей. Я осторожен, челюсть может выбить, знаешь. Ты тоже забудешь открывать сердца. Слюни сейчас размажет по тебе. Так она с Лизой, что ли, лежит? Она с Лизой лежит. Лавр, твоя кровать занята. Че Лиза там за книгу читает? Я не знаю, сначала мы обсуждали переписки, и ей писали одноклассники здесь есть, что «Ой, I miss you, girl!» О, Господи.
Что у Грени болит? Да, горлышко. Горлышко болит у Грени? Да. Маша, что это за новая история? Мы дадим ей клизму. На медота, на медота. Поэтому клизму решили Грени дать? Да. Поставить, да? Так уверена, да. Конечно, а что скажи, что делать с ней? Клизму ставить. На него придаю. Это было страшно, я не знаю, что сказала, но это было страшно. Что за образ? Молоток. Молоток? Слушай, я что-то не знаю про Грени. Это был молоток, и мальчик спал у Грени, и мы должны спрятаться из-за этого под кровать. Так вы спрятались под кровать, что ли? Да. Да? Я таю. Ужас какой. Она достала оттуда. И она... Поймала его. Поймала его. Что мы даем смотреть нашим детям? Да, игроманы. Потому что игроманы одни сплошные. Что такое-то с Катюхой происходит? У них айпэд уже завалился под кровать. О, Лавруш, достань из-под кровати айпэд. Зайка, достань айпэд. Лавруш, туда только ты пролезешь. Залез, там айпэд под кровать. Лавруша, не там. Зайка, Лавруша, Лавруша. Он под кроватью. Катю раздавили. Под кроватью. Айпэд. Видишь? Доставай. Сейчас Лаврик достань. Туда пролезет только Лаврик. Катя! То, что Лиза пытает ее. Слушай, ну вы мне уложили детей, я смотрю. Один про Грени. А ты что плакал, кстати? Ну все, Катюндру зацеловали. Это называется Лиза прочитала книжку. Лизе делать нечего. Мама, я читала хорошо, я тебя люблю. Мама, ты плакал? Да. Я просто его успокаивала. Лапша, здесь валяется папа, да, и Лиза. Я бью. Мама. Да мама, мама. Ты как этот, маманя, да маманя. И мама. И мама, здорово. Уложила мне Катю, блин, я сейчас буду их укладывать после вашего общения. Тут один этот привет сосед, Грени, другая там вообще ухохоталась. Ребята, смотрите, проезжая улицу, вот заснял. Человек, по-моему, владелец Крисмас-маркета, потому что такое количество игрушек я вижу впервые. Он, по-моему, самый украсившийся человек вообще у нас в Нейплс, потому что, ну, все украшаются, но вот такое число игрушек всевозможных я не видел еще никогда. Тут все на свете персонажи. Ну, сосед, конечно, тоже постарался, но по сравнению с ним вообще ни про что. Вот, кто-то вот так вот просто световыми фигурками делает, а кто-то вот эти вот все фишки, короче говоря. Давайте вот ночью, я не знаю, насколько это будет видно хорошо на видео, конечно, но решил вам записать, как люди украсились к Новому году. Ночная съемка, честно говоря, обычно не очень получается. Это вот так просто дома украшенные. Плохо видно, наверное, на камеру. Не знаю, Лен включит этот ролик, не включит это в ролик. Короче говоря, на мой взгляд, прикольно. Вот еще один домик тоже такой ярко украшенный. И снежинками, и всякими цветовыми гирляндами. Это просто частные дома, и люди вот так вот их заморачиваются и украшают. Вот даже подсветку деревьев вот здесь сделали они. Посмотрите, как красиво. Это просто частные домики, ничего больше. А какая красота. Люди создают себе сами эту красоту. Никто им не украшает, это они сами вот так вот украшают себе домики. Или вот просто кустики завешивают тоже возле дома. Ну вот тоже надувные фигуры в почете. Их здесь больше всего в всевозможных домах. Просто кровли украшают. Ну, в общем, мы только начинаем учиться у них и украсили себе одной гирляндой, одним световым Дедом Морозом и веночком. Мы скромные. А некоторые вообще вот не украшены, просто темные стоят. Что, Маша, интересно? Машка видос монтирует, а Лизуха нас тут пытает каким-то страшным сериалом.
После него даже спать страшно. Лиза, что за сериал? А? Что за сериал? Как? Карточный домик какой-то. Какая-то жуть жуткая, просто, честно говоря. Какое видение, мне уже спать страшно идти. Жесть какая-то вообще. Он какой-то, короче, политический, да? Правильно? Политика с мистикой. Или психически, правильно Машка говорит. Жесть просто. Это не труд, это тело президента. Так он еще и президент? Да, тут же сплошная политика. Какой хороший. Меня укрывает. Управляет. Здесь помягче. Когда ты сразу кладешь, то есть это мягко. Да, да, это какая-то дурацкая, правда. Это нормально. А мы сейчас открытым окошечко, у нас ночи такие прохладные-прохладные. Это мамина интересная. Ну, пытка этим жутким сериалом продолжается. Когда он кончится? Лизуха, подъем. Пол первой ночи. Лизуня. Лизка, вставай. Просыпайся. Спать пора. Просыпайся, спать пора. В кроватку пора.